готов. Яблочко от яблони. Еще одна карта. Видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли?
Атрей, ко мне! Бау. Вот это находка! Узнаем, на что это обменять?
кажется, что это было рядом с маминым садом. Неудивительно, что мы не могли туда попасть. Смотри. Слушаюсь. Ха, интересно. Пожалуй, стоит записать. Ничего себе!
куда же мы теперь пойдем? Атрей, ко мне! Ладно, я иду! Ты его сделал!
Чего изволите? Пойдешь или будешь языком чесать? Еще раз. Готов? Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Вальфхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются, да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да,
Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова, где черная руна? Не знаю, никогда тут не бывал. Камень, мы на месте! Ну, конечно. Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Я... Но... Потом обсудим. А-а-а, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Пошевеливайся, брат. Гостям не рады. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Не думай об этом.
что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Дело. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Это прямо почти извинение. Ну, наверное, что-то. Лети за ними! Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Еще проходы. Понял. Иду. Я боюсь Я-то думал, те пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати.
точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах? Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели, делали. Может, это ее подарок? Не вижу очередной ловушки для... Витрофхель может подняться на балкон для лучшего обзора. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Черные руны. Давай, мы справимся.
Все, наверное, любили, но он явно кого-то... боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. Смотри, ловушка для ветров. А эти? Мысль быстрее ветра. Может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Так, Хати Серебряный гонится за луной. Сколь Золотой гонится за солнцем. Когда они съедят солнце и луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, солнце направо, Мидгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Средний. Левый. Средний. Надо по порядку. Луна слева, солнце справа, Мидгард посередке. Тяни правый. Левый. Средний. Правый. Получилось. Но утонуть я не могу. Хоть что-то. Над тобой!
останови эту цепь! Как? Я не знаю. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Не вышло! Почему не вышло? Ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Приготовил для нас Тюр. О, нет! Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Вот она, мы ее нашли. Сын. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это. Самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Дрейва. Пусто. Стой! Руна, ты ее видел? Да! Ты уверен? Уверен, точно! Хорошо, целься в лицо. Осторожно!
громадина. Но мы же боги. Видал я и побольше. Жалкий тролль. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша?